Вышел трейлер фильма «Годзилла 2». В сети появился первый официальный ролик второго фильма о «Годзилле». Трейлер стал хитом на YouTube. Создатели фильма «Годзилла 2» презентовали трейлер к ленте в рамках Comic-Con в Сан-Диего. В первые сутки ролик надрал более чем 5 миллионов просмотров. На данный момент данное число выросло еще на 1,5 миллиона. Накануне появился трейлер комедии «Бешеная свадьба». В фильме снялись Вера Фармига, Ватанабе Кен, Салли Хокинс, Чарльз Дэнс и другие. Режиссером второй части стал Майкл Догерти. В этой части «Годзилла» также спасает человечество. На большие экраны «Годзилла 2» выйдет в мае 2019 года. Вышел трейлер мультсериала от создателя «Симпсонов». Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.